В Красноярске в Советском районе началось строительство дороги на сложном перекрестке улиц Молокова и Авиаторов. До этого автомобилистам, едущим в центр города, надо было делать крюк, тем самым осложняя обстановку для других участников движения. В результате работ появятся 3 дополнительных полосы, а движение станет двухсторонним, что даст возможность напрямую двигаться в центр. На перекрестке также установят светофоры, уличные светильники, проведут благоустройство и озеленение. Планируется, что реконструкция этого участка завершится к 15 октября. В целом на строительство дороги выделено более 15 миллионов рублей. Улица Молокова является, в принципе, идет комплексная реконструкция. Она выполняется поэтапно, поэтому данный перекресток – это один из этапов выполнения в этом году. В предыдущие периоды были выполнены работы Молокова от улицы Шахтеров. В этом году делаем перекресток, и на следующий год при наличии финансирования будут продолжены также работы по улучшению дорожной ситуации на данном объекте.